Добрый день всем! Привет с Харькова! Сегодня у нас 14 января, и наступил старый Новый год. Вот еще один Новый год встречаем, и хочется пожелать всем мира, здоровья, доброты душевной и мечтайте, и пусть ваши желания, мечты сбываются. У нас сейчас морозы отступили. Ну, на сегодня, не знаю, может, минус 1-2. Так, немножечко ручки берут. Холодно. И вот маленький-маленький такой снежок. Снежок припорошил, и уже, конечно же, веселее, потому что зима все-таки ассоциируется со снегом. Хотелось много рассказать, но сейчас такое время сказочное. И вот еще до 19-го, до крещения, идет такое время мифическое, сказочное. Если вы знаете, то в это время раньше разрешалось гадать. Вообще-то гадать не разрешается. Это как бы неправильно. И церковь запрещается. Но в это время, наверное, или закрывали глаза, или как. Но разрешалось гадать. И особенно молодые девушки пытались узнать свою судьбу. Кто будет суженым, как его имя. Вот именно узнать. Помогали узнать свою судьбу. Как раз в это время можно было, как бы, наверное, не знаю точно, безопасно гадать. Потому что гадать все-таки нехорошо. Вот. Но всегда человек такой, что он пытается узнать свою судьбу. Пытается, как бы, хотя если ты знаешь, что будет нехорошее, зачем это знать заранее, да? Но все-таки ж надеемся на лучшее. Какие у нас кипарисики. В общем, я, по-моему, сегодня пошла не в ту сторону, да? Вот. Еще раз всех с Новым годом, с очередным. И здоровья и мира. Самое главное, конечно же, здоровья и мира. Всем спасибо за поддержку, за то, что вы смотрите, за то, что вы комментируете, поддерживаете. Огромное спасибо. Просто у нас сегодня тоже был прилет по Харькову, Харькову и области. По области каждый день летает. По Харькову прилетала. Есть убитые. Это очень печально. У меня супруг пошел встретиться с другом. Я, конечно, переживаю. Отговаривала его. Но он сказал, мы договорились заранее. Я думаю, что все будет нормально. Но я переживаю. Зима, морозы. Смотрите, какие почки на сирени. Сирень живая и пытается выжить. И пытается выжить. Кстати, сегодня 14 января, старый Новый год, начинается до восхода солнца. Очень хорошо, чтобы в дом зашел молодой парень первый. И желательно, чтобы это был посевальщик. Вот к нам сегодня приходил парень. Мы еще даже спали,
темно, я не знаю, 5:30, наверное. Он позвонил, говорит, посевать можно? Конечно, можно. Мы открыли, он нам посевал. Очень хорошо. Я помню прямо с детства, чтобы приходили посевальщики. А вчера коледовать должны были приходить, но к нам вчера никто не приходил. Кстати, за посевальщиков или коледовщика даже можно, если вот сейчас такое время, людей мало, боятся даже открывать двери. Вот. Можно даже договориться, там соседи есть, молодой парень, попросить, сказать, зайди к нам, посей. Очень хорошо, что первый зашел в дом все-таки не женщина, а мужчина. А лучше молодой парень, здоровый и с деньгами в кармане. Вот еще такое есть поверье. Сорока разговаривает. Кстати, на сегодняшний день, на 14 января, на Старый Новый год, есть несколько поверий из, может быть, из области гадания или чего-то. Сегодня возьмите свою одну старую ненужную вещь свою и выбросите ее, вынесите с дому, выбросите с ней, выбросите весь негатив, который вас окружает, который вас, может быть, у вас был в этом году. Пусть он уходит с этой вещью. Конечно, лучше ее как-то так замотать, если это какая-то одежда, чтобы никто ее не взял, чтобы не навредить другим. Вот. И хорошо в этот день угостить конфеткой кого-нибудь, знакомых, соседей, чтобы у них была сладкая жизнь, и вы тоже скушаете конфетку. Пусть и у вас будет сладкая жизнь в этом году. Вот что сейчас вспомнилось мне. Я, кстати, конфетки взяла, вышла, выбросила свою старую футболочку, взяла конфетку. На улице никого я не встретила, значит, пойду соседке предложу. Пусть у нее будет сладкая жизнь и у меня. Всем удачи и благополучия, радости и мира. Мирного неба над головой. Всем пока-пока!